Так, сегодня с Павлом решили проехать на остров Русский. Он Павел, это я. Найти там, как это называется, штука-то? Лабиринт. Семиповоротный лабиринт. Семиповоротный лабиринт. Сейчас поедем туда. Дорогу снимать не будем. Дороги уже все и так все видели, острова Русский. Кому интересно, можете посмотреть видео под этим самым, под этим видео оставлю ссылочку на это видео. Так что смотрите это видео, как ехать на остров Русский. А так мы едем сейчас на семиполосный лабиринт. Приедем, включимся. Семиполосный или поворотный? Семиповоротный. Семиповоротный лабиринт. Находится на острове Русском, город Владивосток. Все, приедем, включимся, посмотрим. Подписывайтесь на наш канал, без этого никуда, подписывайтесь, обязательно ждем подписчиков. Кстати, в скором будущем, в ближайших видео покажем розыгрыш один интересный, будем разыгрывать одну очень интересную штуку, так что следите за нашими новостями, за нашими видосиками, куда мы поедем и что мы будем разыгрывать. Все, включимся на лабиринте. Да, сейчас посмотрим, как выглядит лабиринтик. Вот он. Мы вот, он находится недалеко от города Владивостока, на острове Русском. Вот сразу же под мостом. Вот вы видите мост. С левой стороны при въезде, с левой стороны под мостом находится этот лабиринтик. И вот он лабиринт. Сейчас мы посмотрим, что он нам скажет. Что расскажет, что покажет, и отснимем его еще с высоты, запустим квадрокоптерик и расскажем вам свои ощущения. Так, пойдем спускаться к лабиринту по тропинке по интересной. Идем к лабиринту. Лабиринтик. Ну, пойдем здесь, пойдем. Народ тут денег заплатил, так, ну надо тоже копейку кинуть. Конечно же, это наверняка все фигня, но по части денег. Ну я все равно рубль дам. Вот, дадим 2 рубля. Лабиринтик я заплатил, можно? Все, спасибо. Паха пошел по лабиринту. Давай, надо в мужской вправо или влево? Так, а вот это вот, конечно, вопрос интересный. Ну, наверное, вправо. Ну да, женщины налево ходят. Ну ты говори, что там ощущаешь. Не, я иду думаю. А, ну ладно, не буду. Не иди, то я поснимаю. Вот такой лабиринт. Вообще, пишите в комментариях, оставляйте, если вам интересны такие вот штуки непонятные в нашем Владивостоке, в Приморском крае. Мы вот с Павлом готовы показать вам их.
вообще в голову не лезет. Больно, вот видите, приезжайте, мозг работать начинает. У кого нет, появляется. Вот такие вот пирожки. Едем сейчас с Пахой на острове Русском, сегодня решили покататься. Сейчас пойдем, покажу мостик. Наш один из наших мостов гигантских. Вот он наш мост. Красота. Остров Русский. Город Владивосток. Нашли вот такой вот фундамент, вот такой вот храм. Здесь стоял, оказывается, храм, и вот он назывался вот так вот. Как он там написано? Храм? Храм во имя нерукотворного образа Христа Спасителя. Ну вот такой здесь сейчас стоит крест. И вот такая вот, вот такой вот фундамент. Здесь был, вот такая вот церковь стояла, огромная. Какие-то года. Ну и, соответственно, народ здесь сейчас и поискивает всякие золото-бриллианты. Но правда, я думаю, что уже тут все выкопали давно. Ну, классно, очень здорово. Русский еще не полностью нами исследован и обследован. Ну вот, смотри, Паш, вот здесь был вход. Вот он был вход. Вот это порог. Порог больше всего и выкопан тут. Прям живого места нет на земле. Круто. Продолжаем наше путешествие по Русскому. Это наш островок в Приморье. Под мостом далеко не едем. Что-то лень куда-то ехать. Да, пока лень нам ехать. А вон тоже какая-то мини-часовня. Ну, здесь же это самое было. Вот эта батарея. У них при батареях были такие штуки-трюки. Вон, смотрите. Вот такие вещи. Правда, на камере не очень хорошо все это видно. В общем, идем гуляем. Смотрим, что тут есть. Островерусском. Правда, мы и так знаем, что тут есть. Ну, можем вам показать. Может, что-нибудь интересное. Пойдем пройдем вот здесь. Вот такой мост. Офигенный. Большой-большой, красивый мостяк. Прямо все сегодня в дымке. Ну, очень ничего не поделать. Так все здорово, красиво. Вот, видите, какие катакомбы у нас есть тут. Туалеты. Ну, только, наверное, их почистили. Ну да, почистили чутка. Там темно, не пойдем. Я не совсем почистили. Как был туалет, так и остался туалетом. Что-то покупают, замаливают грехи. Канал Age of Ideas. Край идей. Вот такая идея нас посетила сегодня. Побывать на острове Русском. Город Владивосток, Приморский край. Страшно, капец. Крутяк.